Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. В эфире телеканала Рика ТВ, программа «Каждый день». Меня зовут Ирина Черней. Здравствуйте. В этом выпуске представлю вам афишу городских событий, прогноз погоды и новинки фильма в кинотеатре «Локомотив». Впервые в западном регионе и только в лечебно-диагностическом медицинском центре Сеном Клиник установлен единственный рентгеновский денситометр. Эффективный аппарат для диагностики остеопороза на ранних стадиях, с помощью которого можно определить минеральную плотность костной ткани. Выполняет рентгеновскую денситометрию опытный доктор Савченко Людмила Григорьевна. Доступная цена на диагностику. Более подробная информация по телефону 53 00 53 50 26 50, 8 778 303 67 28, 8 702 267 43 93. Квартиры в жилом комплексе «Софина Парк» впечатлят вас простыми, но одновременно практичными планировками. Инженеры ЖК «Софина Парк» хорошо потрудились над эргономикой конструктивных решений. Поэтому вам удастся выгодно использовать каждый квадратный метр пространства. За более детальной информацией обращайтесь по номеру телефона 71 89 10. Предлагаю узнать прогноз погоды. В Мартуке малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха 31 градус тепла, ночью плюс 23. В Алге небо ясное, на термометре днем плюс 33 градуса, ночью плюс 23 и небольшой ветер. В Хромтау ясно, 30 градусов, со знаком плюс, будет днем, ночью 21 градус. В Батамше днем ясно, синоптики обещают 28 градусов тепла, ночью и утром пройдет небольшой дождь, плюс 21. В Шалкаре ожидается ветер, температура воздуха днем поднимется аж до 37 градусов, ночью 28. Далее подробный прогноз погоды для города Актобе. На территории жилгородского пляжа «Марлин» 27-28 июля два дня в палаточном мини-городке на большой сцене выступят актюбинские, российские и казахстанские поэты, музыканты, рок-н-ролл и поэзия. Это не просто фестиваль, это грандиозный музыкальный опен-эйр. Это отдельная культура, созданная поэтами и музыкантами, и, конечно же, участниками фестиваля. И если вы желаете насладиться музыкой, свободой и непередаваемыми эмоциями, то регистрируйтесь и хорошо проведете время. УЗИ-диагностика на новейшем оборудовании экспертного класса в Сеном Клиник позволяет распознать гинекологические заболевания даже на самых ранних этапах, уточнять диагноз и контролировать процесс выздоровления. В Сеном Клиник ультразвуковое исследование органов малого таза выполняет грамотный и высококвалифицированный врач УЗИ-диагностики Такбергенова Айнур Аблаевна. Исследование выполняется на современном аппарате «Валюсон 10». Запись по телефону 53 00 53 50 26 50, 8 702 267 43 93. Жилой комплекс «Софина Парк» расположен в самом центре новых микрорайонов на пересечении улиц 101 стрелковой бригады и планируемого проспекта. За детальной информацией вы можете обратиться в отдел продаж по номеру телефона 71 89 10. Сегодня также отмечается Всемирный день шахмат, и если вы любите этот вид спорта, отличный повод сыграть партию. Желаю, чтобы ваши выходные прошли замечательно. Всего вам доброго. Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53 50 26 50, 8 702 267 43 93.